В прошлом году из краевого бюджета выделили деньги на ремонт районной больницы. В порядок привели несколько отделений. Но теперь жители столкнулись с другой проблемой. Во время встречи с губернатором они пожаловались, что неделями не могут попасть на прием к врачам. Мне 26 апреля направляют на сдачу. Прихожу, говорят, очередь на 18 мая. Ну, сейчас лечитесь. Как попало, а 18 мая кровь сдадите, тогда вам скажем результат, как вас дальше лечить. Вениамин Иванович, экстренные анализы делаются в этот же день в течение 2 часов. Но люди так говорят, что нет. Ну, плановые анализы в течение 10 дней. Я больше верю, честно говоря, людям. Потому что зал весь не может же ошибаться, так ведь? А они практически ненадушны. Есть Буровец, Максим Иванович, есть контрольное управление? Вы тогда не просто по конкретным вопросам, а в целом посмотрите по ситуации по здравоохранению. Потому что я сейчас выводы делать не хочу раньше времени. И в течение буквально там 2 недель доложите мне по в целом оценке здравоохранения в районе. Чтобы разобраться в ситуации, Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию, в состав которой войдут специалисты Краевого министерства здравоохранения, контрольного управления и общественники.